Все вот то же самое начинается. То есть движение. Мы его бьем, мы вот так подтолкаем. О, мы его переводим. Это ладно, вам сейчас выходит. Это же рукой, да? Все, делаем начало то же самое. Концовочка другая. То есть то же самое. Вы его берете и подперение. Бросаем. Переднюю подушечку делаем. С этой стороны, когда бьет той рукой, мы его тоже. Да, и все. Основная задача просто, как бы. Леха, иди сюда. Смотри. Основная задача. То есть мы забираем. Нет, ничего все, ну просто. Что? Почему? Почему всегда перемудриваете? Вы мне скажите. Почему простое действие у вас превращается в какое-то. Камера смущает. Просто щелк и все. Вот, вот. Раз. Мы переводим. 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 Видите, вот перешло. Руки уже здесь, видите где? Вот, вот. Дальше мы что делаем? Нога производит действие, как будто мы бьем коленом. То есть мы всегда отрабатываем удар таким образом. Вот то же самое происходит. Оп. Дальше эта нога выбивает. Одну ногу. Не две, одну ногу. Не надо лезть будет. Ну это. Туда не надо лезть. Шаг. Значит, вы ляжете. Он сейчас вот колокоточку. Оп, и все. Ну, значит, что они лезли. Все делается за счет ног. Оп. Раз и пошли. То есть за счет ног. Все происходит за счет ног. С одной и другой стороны работаем. Слева, справа. Слева, справа. И с этой стороны. Оп. Тихонечко. Втыкаем ногу. Поймали ее здесь. Вот оно движение. Воткнули ножку, она вмётся. За счет ноги, не за счет рук, не за счет дёргания. Не за счет плечевого пояса. А вот как мы делаем удар. Дух, дух, дух. За счет этого у нас он летит. За счет этого он летит. Бух, 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 бух. За счет этого все происходит. Поехали.